Сушила. Так, волосики хорошие. Угу. Подсушили тальком? Сейчас тальком. Нет, вам надо отдельно это не делать, сушить. Вы просто берете тальк, прошлись вот один раз рукой, салфеткой, угу. И тут же сыпите тальк, и талька просушивается. Потому что это долго будет, если вы отдельно будете сушить. Просто пройдитесь чуть-чуть и тальком. Не торопитесь пальцы, уберите. Что у вас третий палец делает? Ага, не надо. И пальцами, если вы будете вот так делать, вы залипнете вот так вся. Поэтому пальцы нет. Это паста. Теперь отсюда начать, сюда шажок? Да, давайте. Ага. Перпендикулярно поверхности кожи пальцы. Перпендикулярно, прям стоят они. Вот так ведете. Приподнимайте, не забывайте, чтобы провести еще раз. Вот, чтобы не было больно. Ой, ну смотрите, как, какой кусок. Хорошо. Перчатки большие, волосы. Нет, конечно, вы с середины зачем так делаете? Вы все время вот так делаете с середины пасты, вот так тянете. И вот эта вся паста так оттянутся за вашей рукой. Пасту надо только, вот отсюда не надо, ее надо вот сюда. Вот, и в самом конце, когда она уже вся на руке почти что осталась, потом только остаточки ее приподнимаете, чтобы снова зайти опять с этого раза. Вот, опять. Даже не обязательно с самого начала, можно чуть ниже пройтись. Где тут кусок какой-то висит. Срывайте в два раза. Резко. А чего вы торопитесь? Смотрите, как вы делаете. Раз и раз. А вы не протянули, не остановились и не надавили второй раз. Посмотрите, вы сорвали, надавили на эту пасту, на кончик пасты, протянули. И я все время делаю. Сорвала, протянула, сорвала, протянула. Вот. Давайте. Не было ни синяков, ни покраснений, ни больно не было, что надо все очень аккуратно. Мы работаем для клиента в первую очередь. Когда клиент захочет к вам идти, то потом вы уже и на себя будете работать. Научитесь хорошо делать, не сможете плохо делать. Сразу как правильно научитесь, так вы будете делать. Сложнее даже переучивать кого-то. Она хорошая. Боксер не дергает. Вот, вот, молодец. Антистресс. Антистресс. Смотрите, алло? За пастой, чтобы она никуда не летела. Алло. Давайте сверху. Ну, еще пока нет. Более. Чашка больше рука. Растянулась еще? Нет. Смотрите. Да иди пока. А, может, полоска ровная. Дергайте пока ровно, только маленькие. Смотрите. Отводу куда? Так, давайте рюкзачка напишу. Так. А может, какие-то зоны соседки занесешь, которые будут против? Чего вы поставили? Не торопитесь говорить, дайте нарисую. Ну, я уже не хочу тут лять. Давай, колбаса. Ничего страшного. Ничего не хочу. Смотри. Сейчас. Кстати, Мир, у меня кастрюлька-то выключена, нет? Да что ты? Господи. Пока не знаю это. Секундочку, не торопитесь. Зоя, попробуй. Смотрите. Мне позвонишь все, что можно. Сюда, если нет, то берите собаку. Вот так ведите и вот здесь выходите. Вот здесь выходите, сюда. Полукругом. Несколько раз так делайте. Пальцы всегда ровно. Просто вот чуть-чуть. Еще раз. Надо поднять. Вот видите, у меня пальцы, оно вот... Ну и что? У многих так, пасты. Вот вы купите другие перчатки домой себе и тоже не сможете работать. Ничего страшного. У меня даже так бывает, когда перчатки начнут больше. Так. Теперь верните вот сюда, отдалить чуть дальше, вот сюда, резко. Большой а сейчас дергать уже? Да. Ну, все, давайте. Антистресс не давайте. Еще раз очень пройдите. Только сильно не закругляйте, давайте. Поставь. Пальцы перпендикулярно. Перпендикулярно. Вот. Еще где паста? В середине. Да. Стяните чуть-чуть пасту. И вот так ставим. Так, стоп. И поехали. Не торопитесь. Раньше меня не торопитесь. Чуть-чуть сюда. И подняли.
Еще разочек ставьте ровно пальчики. Немножко полукруг, слегка выходим сюда. Я сама. Раз. Антистресс. Угу. Сами. Угу. Так. Аллилуйя. Давайте выше начнем. Делайте ровную дорожку, только это. Несколько приемов, пожалуйста, сделайте. Ух ты! Все липко. Вот начнешь трогать это, все липко. Все протирать надо. Несколько приемов. Ах, зачем сразу все? Не надо вам. Я даже одну длинную, я все равно на два раза сделаю. Ну, вот там же рядышком, полоску делать. Это мне уже страшно. Да нет, это начало. Нам вообще, если на ногах мы пробовали, то на ногах и не больно. И там кожу натягивает так сильно. А потому что у тебя много волос на ногах. Давайте несколько. Ай, неправильно. Опять неправильно. В чем неправильно? Потому что надо тянуть было, не так. Вы почему-то то ли на меня смотрите, почему-то вы думаете, что если так быстрее сделать, будет лучше. Саша, кажется, хочет как профессионал сделать. Да, вот у меня так получается. Мы только учимся. Я понимаю. Все так не умеют, не только вы. Все первый раз не умеют. Все на меня смотрят, думают, ого, сейчас. Я хочу волосы. Естественно. А там кроме синяков, нет, синяков не бывает, но краснение бывает. Не, ну если неправильно сделать, то синяки, конечно. Я помню, да. Сама себе делала, это кошмар. Вот видите, когда сама себе делаешь, это больше синяков ужас. Получается, чем... Вся липкая, ребенок маленький, не может, я его взять не могу. Да. Потом вся в синяках ходила, вот это что на ногах. Смотрите, дернули, не торопитесь, мы только учимся делать срыв правильно. Дернули, придавили на кончик, протянули и опять дернули. Мы учимся движением правильно. Вот. Не торопись. Спортивнее. Подождите, сейчас я и мы притопим еще. Вы попробуйте как небольшой участочек взять и так эти движения отработать. Это у вас слишком длина. Да, большой длина. Не надо длинный. Чтобы в один раз, да? Да. Вот так вот сделала на одну фалангу пальца. Сделала кусочек. Только три раза хорошо. Не мокрая кожа, чтобы питалась хорошо паста как-то. Да, хватит, не надо, чтобы нам не раз хотела срывать. Смотри как, ты тянешь сразу сюда, вверх, вот. И тогда не больно будет, вот так не будет тянуться кожа. Я отрываю. Давай. Вот. Антистресс нет. Трещины. Да, резко надо дергать. Ну, это отработается движение. Стресс не забываем. Что там дальше? Еще пройдись раз здесь. Еще вот тут. Вот прямо отсюда. Вот так кусочек. Маленький сделайте. Вот такой крошечный. 5 сантиметров от сердца. Хватит. Поднимайте вверх пальчики. Мы отрабатываем наше движение сейчас. Скорость придет со временем. Она даже первое время не сразу придет. Медленно делайте. Когда вы уже научитесь движение, оно само будет побыстрее идти у вас. Хорошо. Антистресс не забываем. Ну, давайте обрабатывать все. Молодец. Протягиваем еще разок. Большой пидор. Ну, два раза попробуем. Два раза не сильно получается. Три.
А вот смотри, когда ставишь пальцы и на кожу, надо на кончик пасты все-таки ставить. И протягивать эту пасту, и потом уже. А так ты, получается, я пыталась протянуть чуть-чуть. А ты смотри, как поставила на кожу. Чудо, что я тут выговорила. Вы не обращайте внимания. А, не на пасту, а на кожу поставила. И начала тянуть сразу. Почти пустой палец, начала тянуть по коже. А надо пасту. С пастой. Давайте. Все хорошо. Учитесь, набирайте навыки.